Приветствую всех на канале Автоток. В данном выпуске у нас обзор на штатную универсальную магнитолу для автомобилей таких марок, как Dodge, Chrysler и Jeep. Полный список моделей, для которых подходит данный девайс, представлен в списке на сайте, так что смотрите там. Теперь непосредственно к магнитоле. Корпус пластиковый, повторяет форму собственно устройства головного, который на который машина подходит. Крепления такие же, установка проблем не возникает, все встает без щелей, зазоров и прочих доработок. Наличие специальной фишки обеспечивает тоже комфортное подключение, и проводами ничего делать не нужно. Дисплей 7-дюймовый, с тачскрином, емкостный тачскрин. Прекрасно реагирует на пальцы, не залипает, не зависает. Плавненько проводится, все нажимается, все двигается. Вот, поэтому проблем не возникнет с управлением. Также есть сенсорные кнопки по бокам. Они имеют красную подсветочку, что в темное время суток выручит. Будет видно, куда нажимать. Тут самые основные функции, поэтому все остальное на дисплее непосредственно. Характеристики. Довольно мощная магнитола. Здесь у нас 8-ядерный процессор стоит с отличной частотой. 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной. Android версии 8.1, прекрасная операционная система, как и тип, так и версия, в принципе, Android довольно гибкая система. Так, что касается основных функций радио, встроенный радиоусилитель, прекрасный прием сигнала, хорошее качество звучания, даже на штатных колонках. Эквалайзер 12-полосный, прекрасно подойдет для настройки звука, для более тонкой, чем обычные эквалайзеры. Так что, если вы меломан, этот как раз для вас. Навигация, поддержка навигационных систем на Android, Яндекс, Google карты, Navitel, DoubleGIS и множество других. Вот, так, Bluetooth, синхронизация с гарнитурой hands-free, смартфонами, различными другими устройствами, набор номера с магнитолы, все это будет работать. Аудио-видеоплеер, поддержка большинства форматов медиафайлов, как с внутренней памяти, так и с внешних носителей типа USB. Можно смотреть фильмы, слушать музыку. Вот, качество картинки довольно хорошее, все плавненько идет, вот, то есть видео смотреть можно без потери качества какого-то, даже если Full HD оно в разрешении. Вот, что касается дополнительных функций, это наличие настроек кнопок мультируля, такое простое меню, в принципе разобраться будет несложно, чтобы пользоваться магнитолой, не отвлекаясь от дороги. Возможность подключения различных камер с помощью RSA проводов, вот, Play Market для скачивания приложения Chrome, браузер, Google поисковик. В общем, для доступа в интернет есть возможность подключения к сети Wi-Fi, либо через USB модем, здесь есть поддержка USB модемов. Также все это будет работать здесь. Такая, в общем, магнитола, хорошая, качественная. Гарантия 12 месяцев. Отправляем по всей России, также в страны СНГ. Постгарантийное обслуживание, техническая поддержка, само собой, все это есть. Что касается комплектации, идет головное устройство. Вот, фишки подключения питания, 2 USB кабеля, GPS модуль с Wi-Fi антенкой усилителем, комбас, переходник на антенну, бонусом выносной микрофон с удлинителем, крепится на панельку. Ссылка на магнитолу будет под видео, если есть вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока-пока.